Этой осенью в Череповце на 11 школьных дворах высадили 160 туй. Деревья привезли из питомника Тоншилова. В школе номер 26 18 туй украсят центральную аллею. В посадке деревьев участие приняли дети, родители и педагоги. Подготовка была произведена очень хорошая. Тут подвезен очень хороший грунт, собственное удобрение в нем я уже вижу, грануло. То есть удобрять их уже не нужно. Обеспечивать только полив. Тип выбранных туй – западный, сорт смарагд. Эти деревья вырастают от 3 до 5 метров, имеют раскидистую крону, темный красивый окрас. От солнца туи будет защищать стена школы. Таким образом, в сильную жару вероятность ожогов минимальна. Это голосеменные, поэтому они выделяют фитонциды, делают наш воздух чище. А это в Череповце очень замечательно. Достаточно неприхотливо. Мы надеемся, что мы сможем их сберечь, ухаживать за ними. Сейчас вот мы их будем поливать раз в два дня, если не будет дождя, и обязательно укроем. То есть мы сделаем ограждение и укроем для того, чтобы они пережили зиму и не сломались верхушки. Много лет назад на территории школы появилась березовая аллея. Посаженные тогда деревья до сих пор радуют детей и взрослых. Здесь в 1975 году была высажена березовая аллея. Вы можете наблюдать, вот они, эти березки. И директор школы Татьяна Борисовна принимала участие в посадке непосредственно этой аллеи. Туи действительно выглядят красиво, эстетично. И у нас в городе проходит ежегодно конкурс «Цветущий город». В этом году большое количество образовательных организаций подали участие в этом конкурсе. Мы думаем, что на следующий год у нас все образовательные учреждения примут участие, а все вместе мы делаем наш город лучше. Школа номер 26 – ежегодный участник и победитель городского конкурса «Цветущий город». Новые клумбы и фотозоны здесь появляются благодаря усилиям родителей и педагогов. Мы, значит, посадили в первый год вот каштан. То есть это символ, растут наши дети в 77-м классе, 7 лет этому каштану. И, конечно, с одной стороны, как вот есть пословица, глаза страшатся, руки делают, да, родители вышли, то есть всей параллелью, первоклассники полностью, значит, в 2014 году это было. Вот мы вышли, сами разработали проект, конечно, Евгений Александров, учитель биологии, посадили бархатцы в первый год. Все у нас получилось, нам понравилось. Вся школа фотографировалась на наших клумбах. Мы молодцы! Да! Похлопали!